в данный день туда было запланировано несколько месяцев вперед, чтобы совершить это служение, этот день. Когда мы закончили все наши ремонтные работы, когда мы сделали уже реконструкцию, и мы сегодня ждем очень много гостей, ждем друзей, братьев, сестер для того, чтобы совершить это служение. Цель нашего служения такова, чтобы Господь наполнил славой это место. Это самая очень важная цель. И вторая цель, которую мы хотим прославить нашего Господа, и еще одна цель, которую мы предусматриваем, это предусматривать небо, для того, чтобы в этом доме всегда обитала слава Господня. Я об этом очень сильно ревную, об этом очень переживаю. Там, где есть дом молитвы, где есть церковь, чтобы там обитала обязательно слава Господня. Сегодня мы пригласили очень много гостей, друзей, для того, чтобы нас поддержали в этом, для того, чтобы мы могли вместе помолиться, вот, и заручиться таким чудесным обетованием Божьим. Когда-то Бог сказал через пророка Иеремию: «И будет после того излито Духа Моего». И там поставили условия, после чего священники должны плакать в дворе Соломона, народ должен смиряться, люди должны молиться Богу. А сегодня мы можем также сказать, как Иеремия сказал: «И будет после того излито Духа Моего на всякую плоть». То есть все эти земные работы наши подошли к концу. Сделали все, что возможно, а теперь арх посвящения для того, чтобы войти с полным обновлением в новую жизнь, в новые движения, в новое служение, служение нашему Господу. Поэтому начинается наше сегодня служение. Мы желаем всем Божьего благословения, радости, торжества сегодня. Во всех настроения хорошие, хор подготовится, друзья поддержают. Так что мы желаем всем Божьего благословения. Благослови вас, Господь, и разделяйте с нами радость. Аминь. And even though we belong to Montebello, але це є Лос-Анджелеський район. This is the county of Los Angeles. І тому слава Богу за це. And praise the Lord for this. Я пригадую кілька років назад. I remember a few years ago. Як скоро дні пролетіли. How quick the days passed by. Яка різниця, коли було сьогодні згадано, де зібралося кілька сімей, щоб планувати відкрити Слов'янську церкву. And how a few families gathered together to plan how to open a Slavic church. І слава Богу. And praise the Lord. Бог дав керівників, котрі були в різних часах. There were various leaders at various times. Декотрих вже сьогодні з нами нема. Some of them are not with us today. Але слава Богу, що Бог дав сьогодні для нас пастора, котрий міг вести в майбутньому цю громаду. Praise the Lord, the Lord gives a pastor to lead the future of this congregation. І за все хай буде слава Богу. And for all this, the glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Тому що не ма різниці, хто починав, хто працював більше чи менше. There's no difference who began, who worked more, who worked less. Але важливо є. It's important, however. Що ми сьогодні є на цьому місці. That we are here in this place. І церква Божа йде вперед. And the church of God is moving forward. І моє бажання з моєї сторони, my desire. Як бувший пастор кілька років тут. As a former pastor, I'm here. Я хочу побажати Божих благословень для брата Василя. I would wish God's blessings for brother Professor Vasily. Для комітету. For the board. І для кожного брата і сестру, котрі підтримуєте це діло. Для слави Божої. Each brother and sister supports the work of the Lord here. Сьогодні моя честь є представити декотрих гостей. I have an opportunity to present some guests. І особливо мені є приємно представити мого приятеля із Сан-Франциско. From San Francisco. Тому що ми разом дружили, разом були в церкві. We were worshiping the same church for a while. І коли ця громада найбільше потребувала моральної допомоги і
матеріальної. And well, this church needed moral support and also financial support. Його тато із своїм хором приїхали і підбадьорили нас. And his father, so his pastor, with the choir that came and encouraged us. І добавили до цього насіння, яке було потрібно, щоб набути перший молитовний будинок. And they helped to establish the choir, the first church. І сьогодні для мене є привілей представити для нас пастора Олександра Шевченка. It's a privilege to introduce Pastor Alex Shevchenko. Його тато у вічності. His father is in eternity. Но він продовжує бути пастором у церкві. He's continuing to serve as pastor. Я знаю, що це був цей ступень, котрий дав нам перемогу. This was a step that gave us a victory. А також я хочу представити інших гостей. Я з далекої України, Сергій Ключенюк. Also, Brother Sergei Ключенюк, he's from Ukraine, visiting. І також теж брат, котрий є досить знайомий, котрий часто участвували, підтримували нас, коли ми були тут, брат Каленюк. Also, Brother Каленюк also supported us and blessed us. Ще раз хочу сказати, хай Бог всіх вас благословить. І нехай цей огонь Божий далі горить у церкві в Монтебелло. May the fire of God continue to burn here in our hearts in Montebello. Амінь. Amen. Я хочу ще представити наших гостей, які здесь є. I want to introduce a few more guests that are here with us. Серед нас є молодіжний ансамбль з города Сакраменто. We have a youth ensemble from Sacramento. Под руководством Аліни Ільчук. Еліна Чук. Ми вас також привітаємо. Огромне спасибо, що ви з нами. Thank you that you could be with us. Серед нас також є духовий оркестр. We have a brass band. Є руководитель брат Рудько. Brother Rudko is the director. Ми також привітаємо цей ансамбль. Ну і хочу представити дуже хороший чоловік, з яким ми вже зроботились, регент нашого хора, Альберт Антонович. Director of the choir, Альберт Антонович. Ми всім желаємо Божих благословень. Lord, wish all of you God's blessings. Хочу також представити, серед нас є руководителі города нашого. We also have the mayor of our city. І для нас це є дуже хороше удовольствие, що серед нас є мер города, який знає і пам'ятає нашу церкву, і сьогодні місяць з нами розділяє And we're happy that he remembers our church, and the honorable mayor is rejoicing together with us also. Ми желаємо Божих благословень. Wish him God's blessings. Вільям Малінарі. Вільям Малінарі. Пожалуйста, поприветствуйте. І я знаю, що мер города дуже спішить. I know that mayor is very much in a hurry. І хочу, щоб він приветствовал, пресне слово ім'я. I'd like him to share a word of greeting. Пожалуйста. Please. Thank you and good morning, everyone. It is my pleasure to be here this morning as the mayor of the city. I want to thank your pastor for the kind invitation asking me to join you here this morning as you celebrate the newly remodeled church. It is absolutely beautiful. Я благодарю брата за приглашение вашого пастора. Я вас всех приветствую. Доброе утро. Рад быть в вашей среде. Они сделали прекрасную работу, красиво все. I am not exactly a stranger. This is not my first visit. Greg Kowalczuk is an old friend and neighbor. We have had the opportunity over the years to visit with you in the past. Я не первый раз посещаю, мы заинтересованы вашей работой. Я знаю Грег, он часто бывает со мной, или мы встречаемся, так что мы знаем о вас. And I have had the opportunity, as the comments were made earlier, to watch your congregation and your church grow. Также имел возможность наблюдать вашу церковь, как она постепенно растет. I was telling Greg, it looks like you're going to need a bigger church as the congregation continues to grow. Я сказал Грегу, что вероятно вам нужно будет другое помещение, если церковь будет так продолжать расти. But we are very pleased that you have chosen Montebello as your home and for your church. I know many of you are residents of the community, many of you new residents recently coming from Russia, and I want to extend a very warm Montebello welcome and hope that you enjoy living here in our community. Я очень рад, что вы избрали Монтебелло как ваш дом, церковь ваша здесь.
И многие из вас новые приехали здесь, помещаетесь. Также многие приезжие из бывшего Союза. Я особенно вас всех приветствую. And I commend all of you for bringing your children and your family, because sometimes when we see problems in our communities, we look to Sacramento or Washington D.C. for the answer. Я очень рад, что вы как родители, я хвалю вас, что вы ведете ваших детей с собой в церковь. Иногда люди смотрят ответ найти в Вашингтоне, в Сакраменто или в других центрах. But really the answer is right here. In our community, in our families, and how we teach our young people. В наших семьях, в наших обществах и как мы воспитываем наших детей. I close my remarks. Want to make a little presentation to your pastor. I know. Заканчивая мое слово короткое, хочу представить вашему пастору. This is a special pin we had made for the city of Montebello to celebrate the new millennium. Это новая медаль, которую мы сделали для города Монтебелло в этом тысячелетии, двухтысячелетии. And Greg tells me that you are a resident also of our community, so I want to make you an official member of the city family. Greg говорит, что ты есть житель также нашего города Монтебелло. Я поздравляю и добро пожаловать в наш город. Again, I want to thank you for allowing me to join you this morning, and if there is anything that I can do, please feel free to let me know. Опять я благодарен, что вы позволили мне быть в вашей среде, и хочу опять сказать, если вы в чем нуждаетесь, и мы можем вам помочь, обращайтесь к нам. Спасибо за огромное благословение. Thank you that you blessed us. Хочу только сказать нашему мэру города, что мы можем обещать. And all I want to just tell Mayor what we can promise. И исполнять. And what we can do. В Библии написано, что мы молились за благосостояние города, в котором мы живем. The Bible says we should pray for our leaders. И мы будем очень много молиться за руководство и за весь город. We're going to pray for the city and for the leadership of the city. Мы желаем, чтобы наш город, в котором мы живем, действительно был самым лучшим городом, самым образцовым городом. We want our city the best city and a city that is an example. И самым благословенным городом. And the most blessed city. Мы в вашей работе также желаем Божьих благословений. We wish you God's blessings. И будем много молиться Богу. And we're going to pray to the Lord for you. Слава тебе, Господь, и победил. Тебе Божьему слову радуясь Богу и Духу Святому, склоняя колени во славу Отца, тебе распахнули мы наши сердца. О, наш Иисус, ты лучше капель сорта, ты наш маяк, светило всех светил. Ты принял участие в каждой судьбе. Сегодня во славу тебе мы поем. Сегодня хвалу мы тебе принесем. О, наш Иисус, ты лучше капель сорта. Ты наш маяк, светило всех светил. Ты нас ведешь. Слава тебе, Господь, ты победил. Слава тебе, Господь, ты победил. О, наш Иисус, ты лучше капли сорта. Ты наш маяк, светило всех светил. Ты нас ведешь небесные высоты. Слава тебе. Слава тебе,
Господь и победил. И в самом начале хотел бы сказать, in the beginning I want to say, что я особо обратил внимание на слова мэра города, I paid attention to the words of the city, of the mayor, который сказал, что служите Господу и ведите с собою своих детей. That serve the Lord and also bring your children together. Вы помните, и я помню, you remember and I remember, когда мы хотели вести своих детей в бывшем Советском Союзе. When the former Soviet Union we wanted to bring our children. Нам ставили категоричный запрет. And they would put a hindrance for us. Я лично подвергался много раз штрафам. And many times I was fined. За то, что я приводил своих детей в собрание. Because I brought my children to church. И тоже говорил мне и нам, верующим мэр города. And I say to us and to the mayor of the city. Мы вам запретили детей водить в собрание. The mayor said, we don't allow you to take your children to church. Но сегодня совершенно другое. But today we have a different, something different. Слава Господу. Praise the Lord for this. Мы живем в стране, где действительно свобода для служения Господу. We have a free country, we can freely serve our Lord, worship our Lord. И я думаю, что каждый из нас, живущий здесь, I think each one of us living here, уже испытал это, что здесь можно и тихо, и громко прославлять Господа. That we can quietly, we can loudly worship the Lord. Вместе с нашими детьми. Together with our children. Я хочу прочитать местное священное писание, книга Третье Царство. I would like to read. 22 стих. And chapter 8 and verse 22. И после ниже я прочитаю. And then I'll read further some other verses. И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу. Then Solomon stood before the altar of the Lord in front of the whole assembly of Israel, spread out his hands toward heaven, and said, и сказал, Господи Боже Израилев, O Lord God of Israel, нет подобного тебе Бога на небесах, вверху и на земле внизу. There is no God like you in heaven above or on earth below you. Ты хранишь совет и милость рабам твоим. You will keep your covenant of love with your servants. You will continue wholeheartedly in your way. И ниже он говорит 29 стихом. Verse 29. Да будут очи твои отверстия на храм сей день и ночь. May your eyes be open toward this temple night and day. На сие место, которым ты сказал, мое имя будет там. This place of which you said, my name shall be there. Услышь молитву мою, которую будет молиться раб твой на месте сём. So that you will hear your prayer and your servant prays for this place. Давайте мы обратим внимание на слова. Let's be attentive to the words. Здесь Соломон говорит, что ты сказал, мое имя будет там, в доме Божьем. My name shall be there in the house of the Lord. И казалось бы, для чего совершать молитву? We might say, why should we pray? Уже присутствие Господа на месте. The presence of the Lord is already here. Но Соломон молится Господу. But Solomon prays to the Он Lord. Он поднимает свои руки к небу. He raises his hands towards heaven. И молится Господу и говорит, да будут очи твои отверстия на месте. And he says, your eyes be open towards this temple. День и ночь. Day and night. Я хотел бы сказать, I would like to say, я помню времена, я был тогда в том собрании в бывшем Советском Союзе на Украине. I was at the service in Ukraine, in the former Soviet Union. Когда мы были собраны в 5 часов утра. At 5 o'clock in the morning we gathered. Это была ночь, это было темно. It was night time, it was dark. Зимой. Winter time. И следы можно было по следам, снег падал, узнать, где христиане. Полиция нас искала по следам. And there were paths or marks in the snow where the Christians would go when we gathered together. И их явно послали для того, чтобы нас там арестовать. They sent us to be so that they would arrest us. Но они не нашли нас. But they could not find us. Вернее, они нашли этот дом, они пришли по следам двери этого дома. They came to the house, they followed the footsteps in the snow. Но когда они меня, нас вызвали в горисполком. But when they called us out, и спросили, где вы были? They asked, where were you? Мы сказали в собрании. We said, we're a church. Где? Мы не можем сказать, где. Мы не хотели сказать, где мы находились. We didn't want to reveal where we gathered. Но мы знали, нам сказали, что это собрание там будет, в этом доме мы там были. And почему said, там замок висел на дверях? They said, we were there at this place, that house. How come there was a lock on that door? Хочу сказать, что никто не вешал замок на двери. No person put a lock on that door. Но когда они подошли туда, там был собран народ, они увидели замок и возвратились, потому что они знали, the что там собрание. There, but when they got there, they saw a lock on their on the door. Слава Господу! Praise the Lord that the Lord does this. То есть Бог заграждал им. That means the Lord hindered them. Возможно сделать вред народу Божьему. From bringing problems to the people of God, from harming the people of God. И я обратил на эти слова внимание, где сказано, молится Соломон, да будут очи твои отверстия на храм сей днем и ночью. Здесь тоже есть плохие люди. May your eyes be open toward this temple night and day. There's also harmful people here.
И тогда, когда собирается здесь народ Божий, и когда здесь, возможно, никого не будет, Соломон молится, пусть очи Господа будут на храме этом. May your eyes be on this temple, O Lord. Если были открыты наши глаза, if our eyes were opened, мы смогли бы увидеть много ангелов вокруг здания, охраняющих дом, that protect the house of the Lord, храм Господень, the temple of the Lord. Слава Богу! Praise the Lord. Пусть Господь благословит, may the Lord bless, эту церковь, this church, в Монте-Белло. In Montebello. И я хочу благословение еще прочитать несколько стихов из Псалма 121. One more blessing I'd like to read from Psalm 122. 6 и ниже стихи. Verse 6 and on. И мы помолимся Господу. And we'll pray to the Lord. Просите миру Иерусалима, да благоденствует любящие тебя. Pray for the peace of Jerusalem. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. May those who love you be secure. May there be peace within your walls. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. And security within your citadels. For the sake of my brothers and friends, I will say, peace be within you. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity. И пусть Господь благословит эту церковь. May the Lord bless this church. Я вместе с предыдущими братьями, кто еще будет говорить приветственное слово благословения? With the preceding brothers, I want to pray a blessing. Говорю также слова благословения для вас. I say, what's будет a blessing мир в стенах твоих, Монте-Белло, славянская церковь. In your church, dear Slavic church, Montebello. Но когда мне братья посылали сюда, when the brothers sent me here, они молились за меня и говорили, поедь, they prayed for представить, тоже слово благословения сказать. Go represent us and share a word. И помолиться вместе. And pray together. Но я сказал, братья, очень желание есть молиться. There's a desire to pray. Вместе с ними за благословение дома. Together for the blessing of the Lord. Но кроме молитвы еще что-то существует, чем мы можем благословить. That we can bless with. И братья сказали, тогда возьми $500. Небольшая сумма денег. It's not a large quantity of money. И я также их сегодня представляю. I also этой церкви, пусть Бог благословит, это небольшая сумма. It's not a great sum, a large sum. Пусть Бог благословит, эта сумма умножится. May this multiply. Пусть Божьи благословения будут на этой церкви. May God bless you. И действительно, как мы читали, мир Божий да будет в стенах этой церкви. The walls of this church. Мы помолимся Господу. Let's pray to the Lord. Маємо таке служіння, ми не унываємо. And we thank Him. We having this ministry, we are not weary. Ми дякуємо нашого Господа, що можемо бути сьогодні разом з вами. We thank God for being able to be together with you. Ми з моєю дружиною приїхали в 2 годині ночі сьогодні. Together with my wife, we arrived about 2 o'clock in the morning. І в нас одна ціль. And we have one desire or aim. Прославити того. To worship Him. Хто заплатив за нас велику ціну. Who have paid a great price for us. Браті і сестри, brothers and sisters, ми не є просто люди, we're not just people, ми є Божі діти, but we are children of God, люди з великої букви, and people write with a big letter, ми є люди, які посаджені вже, we are people that are seated, ми любимо наше місце, я люблю своє місто Сакраменто, I love my place in Sacramento, я люблю мою групу, яка приїхала з нашої церкви. I love my group that came from my church in Sacramento. Я дуже люблю оркестр духовий. I also enjoy the orchestra. І я такий пастор, що з усієї Америки і цього світу посягував би в свою церкву всіх музикантів. And I'm the kind of pastor that would invite all the musicians from all over the states into my church. Тому що коли мені було 5 років, я взяв свій інструмент і пішов славити Господа. Because when I was 5 years old, I took an instrument and I began to worship the Lord. Я дякую Господу за мого друга і брата Василя, вашого пастора Загороднього. I thank God for my friend and your pastor, brother Загородній. З яким разом виконуємо спільне служіння для слави нашого Господа. That we can co-work together for our great Lord Jesus Christ. Любимо Його. My beloved. Господь є наш Бог. Our God is our Lord. І наша місія. And our mission is. Наше призначення. And our aim is.
виконати його волю, живучи тут на землі. To fulfill his will while we're living on this earth. У нас відповідальне служіння. We have an important service. За нашу молодь. For our youth. За нашу країну. For our country. Де ми живемо. Where we are living now. За наше місто. For the place where we are living. За наших правителів. And for all the people and the government. And we must know why. Міняється конституція. That in the constitution, things are changing, presidents change, and many laws are changing. But I want to say one new thing for you. One thing is not changing, and that is the kingdom of God. Why? Because the words of Jesus Christ, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah. And the church of Christ is standing. And no power of enemy, although it's trying to ruin it, but we have on our side our Lord Jesus Christ. And I'm not afraid of anything. I know one thing. When Christ will come, return, I will see him. And I know he will take us. Because we love him. Hallelujah. And I read the scriptures now. And I want you to be ready to pray. As you are there in your place. As the Bible says, take the words of prayer and pray to the Lord. We have a holiday, a worship service, an important service. And we are celebrating. And we are joining you together to worship. In Zechariah, the prophet, we read chapter 4. 6 по 10 вірші. Starting with 6 through 10. Тогда кричав он и сказал мне так. Это слово от Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Хто ти великая гора перед Зарававелю? Ти равнина, и вынесет он краугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать на нем. What are you, Almighty Mount, before Zerubbabel? You will become level ground. Then he will bring out the capstone to shout off, God bless it. God bless it. И было ко мне слово Господне. Then the word of the Lord came to me. Руки Зарававеля положили основание дому сему. The hands of Zerubbabel have laid a foundation. Его руки я окончат, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. The foundation of this temple, his hands will also complete it. Then you will know that the Lord Almighty has sent me to you. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, тесем? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Who despises the day of the small things? Man will rejoice when they see the plumb line and the hand in the hands of Zerubbabel. These seven are the eyes of the Lord, which rang through the ears. Були благословені мужі, поставлені Богом, які поклали основу цього здання, цієї будівлі. There were blessed men that began to lay the foundation of this building. Але якби не був той Ісус Христос, ніхто не зміг би покласти цей основ. But if there were no Jesus Christ, our Lord, there no one would lay the foundation of this building. Ми сьогодні разом з вашою церквою благословляємо наших дорогих братів. Мого також приятеля брата Вальтера Нацюка, з яким ми добре знайомі. And together with you, we are blessing
this church and brother Walter Dasyuk, brother Timoshuk, our friends. We gathered together many times and worshiped the Lord. And the mission that they had, the Lord put upon their hearts, they have completed it. And today they are looking on. On the ministry of your pastor today. And they rejoice and worship the Lord together with you that He is building His kingdom. В нашій церкві є багато братів-служителів, просвітерів, єпископів. In our church we have many ministers, pastors, ministers and deacons. Я виконую служіння як старшого пастора. And I'm as a senior pastor in my church. І я дякую мого Господа, що є ті, які в свій час склали основу. And I thank God always for those that put the or laid the foundation. Дякуємо Господа, що ще вони живуть. And I thank God that they are still alive. І в нас одна спільність догодити нашому Господу. And we have a unity and one desire to please our Lord. Але є одна проблема. But we have one problem. Молоді люди, young people, приймають одне служіння, receive one ministry. А старші люди, but the older people, шкодують за колишнім служінням. They look back and they kind of feel bad for the past ministry. Але кожен із нас потребує Божої сливи, Божого помазання. But each one of us require God's direction and God's blessing, anointing. Що будувало, що тримало нас в нашому краї, я скажу на Україні. What kept us together as we built in our old country, Ukraine. У нас були ревнуючі молитви. We had meetings, prayer meetings. Я пам'ятаю, коли ми сходились. I remember when we gathered. Одіялами завішували вікна, щоб КГБ не прийшло. We would cover the windows with blankets so that the KGB would not see what's going on there. І деколи вони мішали. And sometimes they would interfere. А деколи Господь не допускав. And sometimes the Lord would not let them. Але в той момент. But in that moment. За один час чи за дві години получали за один вечір духовне хрещення по 20, по 30 дітей. In one service in the evening, the Lord would baptize with the Holy Spirit. Ніхто не шкодував за старшим і за старим служінням. Maybe 20, 30 people, and no one would look back and feel bad about the past ministry. Тому що не було думати коли про це. There was no time to think about it. Бог являв свою славу. God brought His glory. Ми потребуємо Божого пробудження. So we require God's power. Ми потребуємо Божої сили. And God's power. Ми потребуємо, щоб Боже помазання зійшло на всіх нас. And we need that the Lord's blessing would come upon us. Я читаю ще одне місце Святого Письма перед молитвою. I will read another scripture. Третя книга царів. This would be 1 Kings. 8 розділ. Chapter 8. 10 і 11 вірші. Verse 10 and 11. Когда священники вийшли із святилища, облако наповнило дом Господній, і не могли священники стоять на служенні по причині облака, ібо слава Господня наповнила весь храм Господень. Chapter 8 of 1 Kings, verse 10. When the priests withdrew from the holy place, the cloud filled the temple of the Lord, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled His temple. Люби мої, то якщо в второму храмі, якого збудував Соломон, and so, my beloved, that temple needed the presence of the Lord. І в тому храмі була така слава. And there was a glory of God. Священники не могли стояти. And the priests could not serve. Бо Біблія каже нам. The Bible says. То наскільки славніше повинно бути служіння Духа. And so much more must be the service of the Holy Spirit. Ібо Он дав нам служіння
не буквы, because he gave us the духа, not of the letter, but of the spirit. Потому что буква убивает, because the letter kills. А дух животворит. But the spirit gives life. И тому перед нашою молитвою. And so before our prayer, братья и сестри, brothers and sisters, церкви Ісуса Христа, Church of Jesus Christ, ми будемо зараз звершувати молитву. We will pray right now. За освячення цього дому молитви. For the sanctification of this temple. То не значить, що щось станеться друге. That doesn't mean something will happen different. Але оскільки ми мали реконструкцію, я був тут, було зовсім трошки по-другому, зараз зовсім по-другому. But because you had a reconstruction, much building going on, and things were different, I saw. Господь багато благословляв у всьому служінні. God bless you in many things in this Домі. In this temple. Але ми живемо в такому краї. But we live in such a country. Що кожний предмет. Every item. Наші сусіди. Our neighbors. Де ми буваємо. And wherever we are. Ми просимо Божого благословення і Божого освячення. We always ask God's blessing and His sanctification. І ми дякуємо Його Ісуса Христа. And we thank Jesus Christ. Що Він у нас є повний приклад. That He is our example. І Він є нашого освячення. And He is our sanctification. Алілуя, амінь. Алілуя. Тому ми йдемо в Божу славу. And so let us enter into the glory of God. Дорогі мої. My beloved. Хай Бог, я знаю і віру. And may God touch you, and I believe in this. Що він дивиться з задоволення. That he looks with great pleasure. Свого престолу. From his throne. Наші імена, всі ваші імена. And yours and my name. Він написав на своїх долонях. He have written on his palms. Ми в його обіймах. And we are in his embrace. Ми до нього зараз будемо приходити. And we will come to him now. Будемо благословляти. We will bless the church. We will bless your pastor. Ми будемо благословляти ваш комітет. We will bless your board. Ми будемо благословляти ваш прекрасний хор. We will bless your wonderful choir. Ми будемо благословляти вашого диригента. We will bless your вашу школу. And your Sunday school. Ми будемо благословляти кожного члена церкви. And we will bless every member. Ми будемо благословляти вашу молодь. And your young people. Ваших дітей. Your children. Бог має справу з нами, слава Богу. As he's worked with us here. Я закликаю вас всіх встати на ноги. So I ask you to stand. Зараз буде співати хор пісню. And the choir will sing.
День открытия храма. The day that the temple was dedicated. Соломон преклоняет колено. Solomon bows his knees. И совершает молитву. And he prays. Я думаю, что если помните, давайте только вспомним, что было сказано в этой молитве. Let us remember what was said in that prayer. В этой молитве были помещены очень интересные слова. Very interesting words were mentioned in that prayer. Соломон обратился к Богу. Solomon turned to the Lord. Говорит, Господи. He said, Lord. Если кто будет иметь какую-то проблему, if someone has a problem, если кто будет гоним дьяволом, если кто будет иметь грех, и кто придет сюда на это место, and somebody comes to this place, и здесь склонится пред величием имени Твоего, говорит, ты услышишь с места обитания. Говорит дальше, что если будет на земле голод, if there be famine on the earth, если будет действительно какой-то вирус, заболевание, if there be some kind of disease, если даже саранча пойдет по полям и будет уничтожать поля, if the locusts come destroy the и fields, люди придут и склонят колено здесь, and people come and kneel, говорит, ты услышишь с места обитания. Then you hear from heaven. И вся молитва была наполнена тем. And the whole prayer was filled with this. Господи, услышь с места обитания. Lord, hear from the place Господи, услышь с места обитания. Lord, hear from the place we abide. Сегодня наша церковь, our church, мы очень-очень нуждаемся в том, we need that today. Чтобы Господь
обитал славой на этом месте. Аминь. Братья и сестры, гости, поддержите наши желания. Мы хотим, чтобы здесь облако благословения стояло днем и ночью. Мы хотим, чтобы человек в любой момент зашел в дом молитвы, склонил колено, и здесь Господь ответил этому человеку. Если кто придет получить исцеление души, здесь он должен получить. Если кто будет нуждаться в исцелении духа, здесь он должен получить. Healing of spirit that he received here. Мы просто хотим, чтобы никогда Господь не проходил мимо этого дома. We don't want the Lord to pass by. Чтобы он всегда знал, что это жилище его. Это его собственность. Здесь он должен постоянно обитать. This belongs to him. He must abide. Мы поем псалом. Не минай мене, Иисусе. Do not pass by Jesus. Чуй мій голос. Hear my voice. І моє зайдете серце, enter to my heart, як до інших йдеш. As you bless visit others. Це то псалом молитви. This is a psalm of prayer. Ми всі нуждаємося, щоб Господь був в наших серцях. We need the Lord to be in our hearts. Нашей церкви есть здесь. И puedo pedir que se ponga de pie. Хочу попросить вас даже встать. Центр Familiar Faith. Центр семейной веры. Hace 12 años atrás. 12 лет тому назад. Había una necesidad, puesto que la migración rusa venía a este lugar. Была нужда в том, что так как иммиграция началась в этом месте. И hoy, quien es nuestro pastor, José Greven. И сегодня наш пастор Greven.
Con la ayuda de vuestro pastor en ese tiempo, nuestro hermano Walter da Silva, y с помощью вашего пастора в то время брат Walter da Silva, fuimos al distrito de las Asambleas de Dios. Пошли в дистрикт Ассамблеи Божьей. Pusimos nuestra necesidad a ellos. Y мы представили нашу нужду пред ними. Y era importante cuando llegamos a la oficina. И было важно, когда мы пришли в контору. Si vuestro pastor Walter Dasiu sabe que ustedes están en este lugar. Они хотели знать, знает ли пастор Дасю, что вы находитесь в этом месте. Por eso quiero dar crédito. Я хочу дать кредит за это. Если есть сегодня церковь здесь, в Монтевидео, которые говорят на испанском языке, потому что в один день Walter da Silva нам помог, и мы пошли в дистрикт Ассамблеи Божьей. И poder abrir una nueva iglesia. Мы смогли открыть новую церковь. No era una división, это не было деление, sino una necesidad, но это была нужда в этом. Por causa del idioma, потому что из-за наречия. Pero hoy, gracias a Dios, que almas nuevas vienen a Cristo. Но сегодня слава Господу, что новые души приходят. Cada domingo por la mañana. Приходят к Иисусу Христу, мы видим каждый утро. И мы благодарим Христа и como nuestro mayor de la ciudad, y как старшего нашего города, que un día pudimos predicar el evangelio en el Sheraton Hotel, что в одно время мы могли проповедовать слово Божье в отеле Sheraton, verlos a ellos salir aquí al frente, и мы видели, как они пришли тоже, вышли на прием, aceptando la invitación de nuestro Señor Jesucristo, которые приняли приглашение от нашего Иисуса Христа, y hoy no gozamos. И сегодня мы рады, que nuestro mayor de la ciudad, старшим нашего города, tantos años, ya por cuatro consecutivas partes, столько уже лет и уже четыре периода, y sigue dirigiendo nuestra ciudad, он продолжает управлять нашим городом. Hace 20 años atrás, 20 лет назад, me tocó trabajar para él. Мне была привилегия работать с ним. И un día, и в один день vine llorando a mi casa. Я пришел со слезами домой. И dije, qué hombre tan severo. Я сказал, какой человек есть он набожный. Él habla español, así que me entiende bien. Y, pero gracias a Dios, y слава Господу, que la ciudad necesita a estos hombres, что наш город нуждается в таких мужах, que la moral pueda cambiar, и что мораль может измениться, y más de una vuelta, и больше, чем раз, él nos ha felicitado, hermanos, он нас поздравлял, por la juventud que tenemos, за нашу молодежь, которая у нас, vamos a orar por ellos, будем молиться за них, y yo creo que pronto también, я верю, что скоро, nuestra banda, наш оркестр, estará tocando las puertas del City Hall. Будет также играть у дверях City Hall. Proclamando el Evangelio de Cristo. Провозглашая Евангелие Иисуса. Necesitamos cambiar la ciudad, hermanos. Мы должны, нам нужно изменить город. Necesitamos que Cristo sea iluminado en esos lugares. Нужно, чтобы Иисус Христос воссиял в том месте. Un día también. Один день также. Casi toda la ciudad la teníamos predicándoles el Evangelio. Что в одно время весь город будет проповедовать Casi 1000 personas teníamos en ese evento. И мы имеем как намерение тысячи людей. Y nuestro mayor se trajo los ayudantes allí. И наш старший города привез также помощников. Así que están bien familiarizados. И поэтому те семейные. Cuando levantamos nuestras manos a Cristo. Когда мы поднимаем наши руки к Христу. Estamos buscando la bendición. Потому что мы ищем благословение. Y gloria a Dios, hermanos. И слава Господу, братья. Por la oportunidad que esta iglesia за возможность в этой церкви nos ha hecho a nosotros. Она нам представила возможность. И hoy otra iglesia más. И сегодня еще одна церковь está predicando el Evangelio. Проповедует Евангелие. Y nuestro deseo и наше желание es a vuestro pastor de este lugar. Вашему пастору в этом месте. Y a todos los líderes. И всем лидерам. Un día, в один день. Josué. José. Josué tuvo que llevar 2 millones de personas. Должен был повести 2 миллиона людей. Y ya su líder había muerto. И уже лидер его умер. Pero Dios levanta a Josué. Но Господь поднял Josué. Y por 3 meses consecutivas le dice. И уже трижды он говорит.
Josué, то говорилось Иисусу Навину. No temas. Не бойся, сказал. Ни desmayes. И не сомневайся. No temas. Не бойся. Ни desmayes. И не унывай. Porque yo estaré contigo. Потому что я буду с тобой. En nuestras palabras y nuestro deseo. В наших словах и наших желаниях. A vuestro pastor de esta iglesia. Вашему пастору в церкви здесь. No temas. Не бойся. Ни desmayes. И не смущайся. Levántate. Поднимись. Gloria a Dios. Слава Господу, братья. El Señor le bendiga. Пусть Господь вас благословит. El Señor los llene de las más ricas bendiciones. И он наполнит вас богатыми своими благословениями. Pero que sobre todo todas estas cosas. Но сверх всего этого. Que el nombre de Dios sea glorificado. Пусть имя Господне будет прославлено. Amén. Dios le bendiga. Аллилуйя. Перед тем, как будет петь хор «Словом небо», я хотел бы выразить особую благодарность всем нашим братьям и сестрам, всем церквям, которые разделялись с нами во время ремонта, благословения, а также труд и материальную помощь. Хочу вам всем сказать огромное спасибо и да благословит вас Бог, все ваши церкви, да благословит Бог. Когда мы проходили вестибюль этого здания, foyer, с левой стороны вы видели красивый букет живых цветов. Да, мы очень признательны этой церкви, братьям Грише. Они вчера это все сделали. Это есть большое украшение, особое большое спасибо. И еще хочу внести поправочку. Наши братья представляли пасторов. Но вы знаете, я думаю, что мы все-таки молодые, больше чуть-чуть уже начинаем прогрессировать. Позвольте мне представить всех жен пасторов. Жены пасторов, все, кто вы здесь, давайте вы все встаньте, мы на вас посмотрим. Вы достойны благословения. Жены, поднимитесь, все стойте, все поднимитесь, стойте. Все стойте. Сестра Света, брата Алекса Калинюка, сестра брата Лени Абрамовича,
сестра Леся, брата Володі Шевченка, сестра Люба, брата Алекса Шевченка. Ми вас поздравляємо і желаємо Божої благословення. Вместе з вами, з вашими мужями, ми розділяємо вашу радость, переживання і Божі благословення всім вам. Будьте благословенні в нашому общині. Благослови вас Бог. Дякую. Господи Христос, знає там.
Ильичевске. А на Василий Ильичевский? Это рядом с городом Одессы. It's a neighboring city of Odessa. У нас церковь более 400 членов, заключивших завет с Господом. We have more than 400 people who have are serving the Lord there, worshiping the Lord there. И в следующем году у нас будет праздник, 10 лет. And next year we're going to have a 10-year anniversary. Я очень благодарен Богу, что могу сегодня быть здесь. I'm very glad I could be here. Я хочу передать привет от нашего областного совета и от нашего епископа Петра Сердиченко. I'd like to say greetings from our regional board and also from our bishop. Он знал, что я уезжаю сюда в США и передавал привет и благословение. He knows coming to the USA and he sent his greetings. Я сидел здесь на скамейке и рассуждал. I was sitting here and pondering. Я смотрел на прекрасное здание. Look at the wonderful edifice. И думаю, что бы я хотел пожелать моим братьям и сестрам в этой церкви. I thought, what would I want to wish, desire for our brothers and sisters in the church? И может быть эти слова прозвучат несколько странно. And maybe these words will sound strange. Но после этого псалма это не будет странно. But after this song, it will not be strange. Хотя здесь очень хорошо и красиво. Even though it's very nice and beautiful here. Но я хотел бы, чтобы мы, выйдя из этого здания, what I would like for us as we leave this edifice, this building, ступив ногою на дорогу, and stepping on the sidewalk outside, восхищены были в небо, that we'll be taken up to heaven. И хотя здесь очень хорошо и красиво в этом здании, even though it's very nice and beautiful here, но в небе намного прекраснее. In heaven it'll be much more beautiful. И мы идем в небо. And we're heading towards heaven. И там нас ожидает Иисус. And Jesus Christ is waiting for us there. Слава Ему. Praise be to Him. Я хочу прочитать несколько стихов из Священного Писания. I'd like to read a few verses from the Holy Scripture. Из 126 псалма и 125. From Psalm 126 and 127. Первый стих 126 псалма написано так. The first verse of Psalm 127 says, если Господь не созиждет дома, unless the Lord builds the house, напрасно трудятся строящие его, its builders labor in vain. Если Господь не охранит города, unless the Lord watches over the city, напрасно бодрствует страж, the watchmen stand guard in vain. Сегодня мы можем смотреть на завершенную реконструкцию. We can look at the remodel that has been accomplished. И я хочу авторитетно заявить. And I want to authoritatively proclaim. На основании этого места Священного Писания. Based on the scripture. Что рука Божья была над этим строительством. That the hand of the Lord was over this remodeling. Потому что мы видим окончание его. Because we see how it is. И сегодня народ Божий собрался, чтобы воздать славу Богу. And the people of God came together. Господь созидает этот дом. The Lord is building this. Слава Ему. Praise the Lord. И в 125-м псалме написаны слова. And in 126 psalm we read these words. Великое сотворил над нами Господь, мы радовались. That the Lord has done something great and we rejoice. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. They that sow in tears shall reap in joy. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. And they return with the joy to bring their sheaves with them. Было время, когда здесь трудились братья и сестры. There was a time when brothers and sisters worked here. Было трудно. It was difficult. Тяжело. It was not easy. Не хватало финансов. There weren't enough finances. Кто-то, может быть, и плакал, глядя вот на все то, что делается. Perhaps some were looking at all the things that were happening. И все ожидали завершения. And everyone was waiting for that final И вот этот день настал. And the day came. И сегодня Церковь Божья. And the Church of God. С радостью смотрит на окончание реконструкции. With joy they behold the finish. И видит в этом величие и славу Божью. And they see the greatness and glory of God. И благодарит Господа. And they give thanks to God. Слава нашему Господу. Praise to our God. Но я хочу сказать. I would like to say. Это первая такая победа. This is the first victory. Впереди еще долгий и дальний путь. There is still much road ahead. К сожалению, мы не будем восхищены через 5 минут, хотя и это может случиться. Unfortunately, we will not be raptured in 5 minutes, even though this may occur. Но мы еще будем идти по этой земле. But we'll be walking on this road, yes. И здесь будут трудности. There'll be difficulties. Будут проблемы. There'll be problems. Но Господь, который содействовал и помогал в начале, but the Lord will help out in the beginning. Он сказал, все я с вами во все дни до скончания века. He said, I'm with you always, even to the end of the earth. И потом мы будем идти, уповая на Господа. And so we go forward, возлагая на Него свою надежду. Putting our hope in Him. И мы не будем постыжены. And we will not be put to shame. Мы будем славить Господа. We will praise our Lord. И я хочу прочитать моему другу и брату, пастору вашему Василию Завгороднему. I'd like to read for my friend, for my brother, your pastor. Хотя
пастор передо мной, или брат передо мной, он говорил уже это слово, но я хочу прочитать его для всех понимающих русский язык. Even though the preceding brother, he read this passage, I'd like to once again refer to it. Вот я повелеваю тебе. Это Бог обращается к Иисусу Навину. And Lord says, and he says, I command you. Будь тверд и мужественен. Be strong and courageous. Не страшись и не ужасайся. Do not be afraid. Ибо с тобою Господь Бог твой. For the Lord your God will be with you. Везде, куда ни пойдешь. Wherever you go. Да благослови тебя Господь, брат мой. May the Lord bless you, brother. И да будет рука Божия над тобою. May God's hand be upon you. И да благословит Господь твой труд и служение в этом городе. May the Lord bless your labor here in this church. In this church. Да будешь благословен. May be blessed. И да будет благословена эта церковь. May this congregation be blessed. И еще хочу сказать несколько слов. A few more words. Здесь говорили о проблемах и трудностях, которые были в прошлом на Украине. This was referred to the difficulties we had in the Ukraine. О притеснениях и гонениях. About persecution. Но я скажу, сегодня Господь дал большую свободу на Украине. But I must say, today the Lord has given great freedom in Ukraine. И Слово Божие проповедуется на Украине везде. And Lord, the Word of God is preached everywhere in Ukraine. И никто не запрещает говорить о Боге. And no one forbids us to speak about God. Слава Господу за Praise это. The Lord for this. Это Бог совершил. This is what the Lord и Он дал нам этот подарок. And He gave us this gift. Сколько будет свобода, мы не знаем. We don't know how much freedom there will be. Но мы рады использовать эти благоприятные дни. But we're happy to take advantage of these wonderful days. Я еще скажу, мне особенно приятно, что мэр города Лос-Анджелеса, that the mayor of the city of Montebello, нашел время, found time, чтобы прибыть здесь на этом служении, to be with the Hampton service. Еще, к сожалению, мы этого не видим на Украине. Unfortunately, we do not see this yet in Ukraine. Но мы молимся, чтобы Господь благословлял наших руководителей и правителей. That the Lord bless our leaders also. И я хочу от всего сердца поблагодарить за то, что он мог быть здесь, that he could be here. В этом общении и говорить такие добрые слова. And that you could share such wonderful words. Народу Божию. To the people of God. Да благословит вас Господь. May God bless you. Yeah.
Также я разделюсь вместе с вами эту удивительную радость, которую вы имеете сегодня. This wonderful joy that you have today. Мы живем не так недалеко от вас. We live very close to you. В пустынном месте. In the wilderness. Но в этом месте есть также церковь. But in this place also there is a church. Которая знает Иисуса Христа. That knows Jesus Christ. Слава Господу. Praise the Lord. И сегодня вы имеете прекрасное служение. And you have a wonderful service today. Вчера вечером друзья были также в нашей церкви. And yesterday evening friends were in our church. И мы тоже радовались в том, что мы тоже знаем Господа вместе с нашими друзьями. And we rejoiced together with our friends that they also worship the Lord. И было сказано в нашем служении, что как маленькая наша земля. And it was said in our church how little is our earth. Брат приехал с Украины, говорит, одни сутки нужно, чтобы быть сегодня на Украине. And our brother came from Ukraine. It's just matters of hours that you can be in Ukraine or here. Но я размышляю о том и думаю, Господи, как Ты смотришь на эту землю? And I just reminisce in this, and I said, Lord, how you look on this earth? Как велика она в твоих глазах, Господи! How great is this earth in your sight? И Господь сегодня возлюбил живущих на этой земле. The Lord loved those that live on this earth. Слава нашему Господу! Praise the Lord. И Он сегодня открылся нам. And He revealed Himself to us. И сегодня мы исповедуем имя нашего Господа своими устами. Confess the name of our Lord with our lips. Аллилуйя, слава нашему Господу! Praise be to our Lord. И мы знаем Господа. We know the Lord. И на этом месте написано слово, что мы проповедуем Христа распятого. And it's written here in this place that we preach Christ that is crucified. Он оставил небеса небес и сошел на эту землю. He has left the heavenly places and came to this earth. Умер и воскрес для нашего оправдания. He died and resurrected for our justification. Чтобы мы имели жизнь вечную. So that we could have eternal life. Слава нашему Господу. Praise be to the Lord. Мы сегодня на земле. We are here on this earth. Имеем переводчиков. We have translators. Мы можем не понимать друг друга. We may not understand each other. Наступит тот момент. But there will be a time. Когда мы все вместе. That we together. Там в небесах. There in heaven. Будем иметь один язык. We'll have one language. И будем воспевать одну песню. And we will sing one song. У престола Агнца. In the presence of the Lamb. Аллилуйя, слава нашему Господу. Hallelujah, praise be to the Lord. И я хочу вашей церкви. And I want your church. Церкви Монте-Белло. In Монте-Белло. Пожелать. I wish to desire. Одно место священное писание. One scripture passage. Это Псалом 26. This is in Psalms 27.
стих 4. And verse 4. Одного упросил я у Господа, того только уищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созидать красоту Господню и посвящать храм Его. One thing I ask the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. David желал и просил Господа, чтобы он пребывал во все дни жизни своей в доме Божьем. David desired and asked the Lord that he would dwell in the house of the Lord all his days. Ищите того места, которое искал Давид. So I desire that you would seek that place that David sought. В этом удивительном месте, в доме Божьем. And in this amazing place, the house of God. Вы найдете утешение души своей. You will find comfort for your soul. Вы получите исцеление души своей. You will receive healing for your soul. Вы будете радость в Господе. You will rejoice in the Lord. Пускай Господь будет с вами в доме Божьем. May the Lord be with you in the house of the Lord. Пускай Господь благословит вашего пастыря. May God bless your pastor. И каждого члена церкви. And each member of the church. Чтобы вы находили утешение души своей. Доме Божьем. You would find comfort for your souls in the house of God. Да благословит вас Господь. May the Lord bless you. Amen. His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.
Мы сегодня слышим о твердом Божьем основании. We hear about God's firm foundation. Я хочу сказать, что Бог, что говорит, то исполняет. И слово, whatever God says, He fulfills. И слово Божье говорит нам, что Бог не человек. And the word of God says that God is not man. Он не скажет и не сделает. He will not say something and not do it. Будет говорить и не исполнит. He will not speak, will not be fulfilled. Бог очень заинтересован в церкви. God is very interested in the church. И церковь есть его твердое основание. And the church is his firm foundation. И мы сегодня уже об этом слышали. We already heard about this. Иисус Христос сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. He said, I will build my church, the gates of hell shall not prevail against it. Сегодня назначение церкви. Today, the status of the church. Научить людей святости. Well, the assignment of the church is that is to live, teach people to live holy. Научить людей служить Господу. To teach people how to serve the Lord. И мы хорошо сделали, что в свое время познали Господа. And it's a good thing that we've come to know the Lord in our time. Но задача наша еще многих привести к Богу. But our assignment is to bring many to know the Lord. И мы об этом молимся. And we are praying for this. И радуемся, что Бог дал вам такое чудесное здание. And we're grateful the Lord has given you such a wonderful building. Где вы будете об этом молиться Господу. We're praying about this to the Lord. Поскольку уже совершилась молитва благословения, we already had this prayer blessing. Я хотел бы нечто сказать церкви. I want to say something to the church. Ефесянам 2:19. Ephesians 2:19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. And it says that you're no longer strangers or foreigners, but you are belong to the Lord. Вы слышите, мы уже не чужие. We're no longer strangers. Мы свои Богу. We belong to the Lord. Мы сограждане святым. We are citizens of saints. Мы есть родственники во Христе Иисусе. We are relatives related in Christ Jesus. Бог заинтересован, чтобы был освящен храм. And the Lord is interested that the church or the temple be sanctified. И Соломон понимал это. Solomon understood this. И Бог благословил тот храм. And the Lord blessed that temple. Я верю, Бог благословит и этот храм. I believe the Lord blessed this temple. И знаю, что в этом доме уже многие нашли путь спасения. And I know that many already found the way of salvation here. Но хочу сказать, что Бог хочет, чтобы не только храм, но и те, кто есть в храме, тоже были святы. But also those in the temple would be holy. И поэтому еще один стих прочитаю. One more passage I'd like to read. 1 Фессалоникийцам 5:23. 1 Thessalonians 5:23. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока и пятна пришествия Господа нашего Иисуса Христа. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Пусть Бог освятит и ваш дух, и душа, и тело. Spirit, soul, and body. Очень прекрасно получается. Мы молились, чтобы Бог благословил этот храм. We pray the Lord bless this temple. Но пусть Бог благословит и наш дух, He bless our spirit also, и нашу душу, our soul, и наше тело, our bodies, пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Еще нечто я хотел бы сказать. One thing I'd like to say. На земле мы озабочены тем, we're concerned on this earth, чтобы свято соблюдать Божье повеление. To keep God's commandments holy. И нам очень нужен молитвенный дом. We very much need a church. Но когда мы предстанем пред Господа, we come from the Lord, а мы слышали хор очень прекрасно сегодня пел песнь неба. And the choir sang one of the song heaven. Книга Откровения 21:22. And 21:22. Написано, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. На земле нам нужен храм. On this earth we need a temple. На небе храма не будет. There will be no temple in там будет Господь. There will be the Lord. Там будет Божья слава. There will be God's glory there. Там мы будем переживать великое Божье благословение. There will be, experience God's great blessing. А сегодня, пока мы на земле, and while we're on this earth, будем ревновать, чтобы Дух Божий наполнял сердце наше. Let us be seeking that the word, Spirit of God be in our hearts. Чтобы еще многие пришли к Господу. That many would yet come to know the Lord. Об этом всегда будем молиться. We'll в доме молитвы. Pray for this in the house of prayer. Аминь. Аминь.
Time is flying. It's the third hour of the service. Я еще проповедь на 7 пунктов. I have 7 points of sermon. Но я служитель Евангелия, и я чувствую ваши сердца. But I'm a minister of gospel, I can feel your hearts. Я рад видеть пастора Селичевского. Приблизительно месяц тому назад мы в Одессе встречались, Had to see Pastor Lichowski. Brother Serozha, we met not long ago in Odessa, near Odessa. Мы рады быть в этом общении, также за это время мы могли посетить наших родных здесь. Happy to be here. We visited with relatives also. Сестра моей жены, у которой мы ночевали, они здесь также с мужем. They're present also in the service. Сестра Тоня и также Валентин Копич. And this is Tonya and Valentina Kopic. Если вы не знакомы, я хочу, чтобы они встали. Вы не знакомились. Они живут здесь в Лос-Анджелесе. They live in Los Angeles. Я очень рад присоединиться к вашей радости этого праздника и благословлять ваше дело здесь. And to bless your work out here. Я был рад работать вместе с братом Васей Завгородней. Happy to labor together, work together with brother. Служение. Они начинали в храме Благовестия, там, где мы их встречали, принимали. And we met there at the gospel temple that we ministered together. И брат был заместителем. Мы вместе работали, брат, как служитель там в нашей церкви. He ministered there in our church. Мы совершали вместе служение. And we ministered together. Я был рад за те часы, времена, которые мы могли проводить вместе. I was happy for the times we could spend it together. Брат имел всегда направление идти вперед. And now his brother had a guidance willing to move forward. И сегодня мы видим его желания исполняются, они идут вперед. And we see his desire to be fulfilled, and they're moving forward. Хотя хор пропел, есть место, есть, но я не вижу места уже. I see Mr. Rudas, fire sign, there's room, I don't see that much room here this morning. Я думаю, в следующий раз мы будем встречаться в празднике, то в другом месте. В большом храме с большой парковкой и с удобством. I think next time we meet like this, we're going to meet in a large sanctuary with lots of parking, people, room for a lot of people. Я этого желаю вам. I wish this for you. Если вы будете так расти, это нужно будет. If you grow like this, this will be necessary. Господь милостивый и добрый к нам. The Lord is merciful and good for to us. И Он дает нам свою благодать без меры. And He gives us His grace without limit. В свое время, когда мы начинали строить храм Благовестия, это было в 1961 году. This was, in 1961. И мой отец был пастором в то время. At that time, my father served as a pastor. Это было большое предприятие для нас, иммигрантов. This was a big thing for us. У нас не было своего молитвенного дома. We did not have a church to meet in. И это был первый молитвенный дом, который мы строили в Америке. And this was the first church we built in America. И, конечно, были разные люди, которые ободряли. There were various people encouraged. Были люди, которые разочаровывали. There were people who disappointed. И мой отец был озабочен всегда. And my father was always concerned. И даже его отец, мой дедушка, and even his father, my grandfather, который был в живых тогда, who was alive then, он говорил на украинском языке. He spoke the Ukrainian language. Что вы затеяли? What did you dream of? И он не давал ободрения.
He did not encourage us. Но мой отец имел ведение. But my father, he had the leading. И он уповал на Бога. And he put his hope in the Lord. Он часто ночью в молитвах пребывал и просил у Бога руководства, мудрости и ведения. Often he spent nights of prayer seeking God's guidance, his and God's wisdom. И он получил от Бога откровение. And he received revelation from the Lord. Начинай, иди вперед, я с тобою и начнешь и закончишь этот храм. I am with you. You'll start and I will help you finish. Я благодарю Бога, что он был послушен голосу Духа Святого. And I'm thankful to the Lord that he was obedient to the voice of the Holy Spirit. И мы начали, и все работали, все жертвовали, и мы закончили. We all sacrificed and we built that church. И смотрели наши старшие в будущность, молодежи и молодого поколения. And our fathers, they looked ahead, looked at the youth, looked at the next generation of children. И сегодня мы имеем прекрасный храм, удобство для всех, которые приходят там. And then we have a very comfortable temple that we can worship the Lord together. Поэтому здесь на земле мы должны уповать на Господа. Here on this earth, we have to put our trust in the Lord. Мы должны ожидать Его каждое мгновение. We need to anticipate His coming every moment. Мы должны жить и служить, как Он придет. Сейчас. We must live as servants. He's coming right now. Но мы должны план составлять или планировать, как он еще не придет 100 лет. We must plan, look ahead, if he will not return in 100 years. И идти за Господом и совершать Его труд. And to follow and do His work. Я желаю читать из Слова Божье. I to read from the Word of God. Уже частично было указано на эту молитву цитирование из Слова Божьего, но я хочу читать его. This prayer was alluded to already from the Holy Scripture. Это второе Паралипоменон, книга. This is Second Chronicles. Из шестой главы. Chapter 6. Я начну с 18 стиха. I'll begin with verse 18. Поистине, Богу ли жить с человеком и на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я, говорил Соломон. Will God really dwell on earth with men? The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built? Но призни на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которой раб твой молится пред тобой. Yet give attention to your servant's prayer and his plea for mercy, O Lord my God. Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence. Да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которой раб твой будет молиться на месте сем. May your eyes be open toward this temple day and night, this place of which you said you would put your name there. May you hear the prayer your servant prays from this place. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего, с небес услышь и помилуй. Hear the supplication of your servant and of your people Israel when they pray towards this place. Hear from heaven, your dwelling place, and when you hear, forgive. Я желаю, чтобы Господь слышал ваши молитвы на этом месте. That the Lord hear your prayers in this place here? Да, мы знаем, что Бог не обитает в храмах. We know the Lord does not dwell in a temple. В зданиях таких. In buildings. Но Он обитает в сердцах искупленных детей Своих. He abides in the hearts of those that are redeemed by Him. Когда мы ходим в общении с Ним. When we walk in fellowship with Him. Когда мы имеем мир с Богом. We have peace with God. Когда мы имеем мир друг с другом. We have peace with each other. Когда Дух Господень наполняет наше сердце. Then the Spirit of God fills our hearts. И мы чувствуем постоянно Его присутствие. And we always feel His presence. И когда мы приходим в таком состоянии на место это. When we come like this to this place. И мы молимся, то обязательно Господь будет слышать молитвы. And we pray the Lord will certainly hear our prayers. И будет отвечать на наши молитвы и просьбы. And will answer our prayers and petitions. Это мое желание. This is my desire. Чтобы Господь был прославлен. That the Lord be glorified in this place. Что все, что сделано для улучшения, было бы для комфорта и вашего удобства здесь. That all that is done here, that it will be for your comfort, for your blessing. Чтобы вы могли чувствовать приятно и вас влекло сюда, влекло присутствие Божье. That what attracts you here would be that the presence of God is here. Поэтому я желаю вам обильных Божьих благословений и успехов. Я желаю оставить три стишка на память вам из Псалтыря 36. I'd like to leave three verses from Psalm 36. 37.
Это будет третий, четвертый стихи и пятый стих. 3, 4, 5. Уповай на Господа, или мы можем сказать, уповайте на Господа и делайте добро, живите на земле и храните истину. Trust the Lord and do good, dwell in the land, and it says, and enjoy safe pasture. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Пусть эти стишки будут благословением для вас. May these verses be a blessing to you. Чтобы Дух Господень всегда наполнял нас. That the Spirit of God always fill us. А когда Дух Господень наполняет нас, the Spirit of God fills us. Мы можем петь, we can sing, мы можем молиться, we can pray, мы можем плакать, we can weep. В Духе Святом, in the Holy Spirit, получая утешение от Господа, receiving comfort from the Lord. Пусть Бог умножит ваш труд здесь. May the Lord increase your labor. И как я сказал, я не пророчествую, но я могу предвидеть, чтобы Бог расширил ваши пределы. And so I'm not prophesying, but I would wish that Lord He would will move the walls here. И спас еще многих неспасенных в этом городе Монтебелло и в окружности его. That the Lord will save many in Montebello and the surrounding cities. И наполнил и переполнил этот храм, и чтобы вы перешли скоро в новый. And that this place that you'll be too small, you'll be too large, excuse me, for this place will be too small for you. Я хочу приглашать вас к молитве. I'd like to invite you to prayer. Чтобы мы помолились, чтобы Бог совершил это и благословил. That the Lord would bless and He would accomplish. Вы желаете это? Do you desire this? Слабовато. Do you desire this? Yes. Praise God. Praise the Lord. Пусть Бог благословит. Встанем для молитвы. Мы славим Господа. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Господь, что Твоя милость велика и Твоя любовь, которую Ты, Господь, полюбил нас вечно и бесконечно каждому искупленному чаду Божию. Слава. В заключение все наше служение. Хочу всех снова поблагодарить. Я желаю всем вам Божьего благословения. Благослови вас Бог. May the Lord bless you.